Как сейчас живет единственная дочь Сергея Бодрова и почему она не в восторге от брата? 24 июля 1998 года в Москве родилась дочь Сергея Бодрова Ольга. Спустя несколько лет, в 2002-м, не стало самого актера. Наследница звезды брата в итоге пошла по его стопам. Сейчас ей уже 26. Моей дочке 3 года, и когда по телевизору показывали «Брат» и «Брат 2», я боялся, что она задаст какой-нибудь сложный вопрос, на который я не смогу ответить. Она внимательно смотрела, а когда дело дошло до сцены на кладбище, где мы возимся с трупами, она, наконец, спросила: «Пап, а почему дождик, а ты без шапки?» Писал Бодров в своей книге «Связной». У Ольги об этом эпизоде тоже сохранились воспоминания. «Ну вот такая была детская реакция, а он там трупы таскает», подтверждала слова любимого родителя девушка. We'll be right back.